Шарль Азнавур получил медаль за спасение евреев. Шансонье получил награду в Израиле за участие в спасении евреев во время Холокоста. Известному французскому шансонье Шарлю Азнавуру в резиденции израильского президента в Иерусалиме вручили медаль Рауля Валленберга за действия семьи артиста во время Холокоста, сообщает РИА Новости. Во время Второй мировой войны Шарль Азнавур и его сестра Аида укрыли несколько человек, которых преследовали нацисты. Еврейский народ никогда этого не забудет и навечно сохранит благодарность вам и вашей семье, заявил президент Израиля Реувен Ривлин. Врученная Азнавуру медаль носит имя шведского дипломата, который спас тысячи евреев в контролируемой нацистами Венгрии. Награду 93-летнему Азнавуру присудил базирующийся в Нью-Йорке Международный фонд Рауля Валленберга, но получить ее шансонье предпочел в Иерусалиме. В Германии пожилую женщину приговорили к тюрьме за отрицание Холокоста. Напомним, ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан признал ответственность страны за соучастие в Холокосте. По материалам сайта newsgro.com.